Мечта – это то, к чему ты стремишься. Вот вы сейчас о чем мечтаете? Я не могу вам сказать. Я в детстве был нормальным советским ребенком и хотел быть космонавтом. Космонавтом? Конечно. А вы кем хотели стать? Я хотела стать дворником. Дворником? Да. Мне нравилось убирать листочки, я думала, что это самая крутая работа на свете. Потом хотела стать балериной. Я так делал, да, женщина. Ну и стал я никем. Это было не заново. Скажите, пожалуйста, что такое мечта? Но это то, что никогда не... То, что точно никогда не потеряешь. Ты можешь потерять вообще, ты даже можешь потерять жизнь. А мечту ты даже если захочешь, потеряешь. Даже если очень сильно захочешь. Мечта – это то, что еще не стало планом. Когда мечта превращается в план, план превращается в жизнь, и она исполняется, она перестает быть мечтой. А мечта – это то, что не достижет. Представляете, сколько в детстве нарисуются возможности, какие там миры, что там происходит, что-то удивительно. Была мечта, космонавт. Это очень сложно. Мечта – это то, ради чего мы все живем, и определить ее самое важное в нашей жизни. А вот вы о чем мечтаете? Я мечтаю найти свою мечту. А когда вы были ребенком, вы о чем мечтали? Я хотела, чтобы люди не умирали.